Гений или ощущение, что Советский Союз может развалиться, нет, не был, совершенно не был. Это все внезапно произошло даже для меня. Да, вот как вот щелк, и наверху кто-то решил и объявил, все, сегодня мы другие государства. А вот давайте проанализируем, что там в Советском Союзе происходит. Можем сейчас, так сказать, в таком состоянии, что его можно одним ударом на лопатки положить. Ну, несерьезно это. Я бы сказал, что вот это все рухнет. Этот дом уже разваливается, да? Он уже, ну, то есть по нему уже опасно ходить, да, как? Непонятно было, что Союз развалится. И понятно, что такой монстр громадный умирать будет в агонии. Один из сценариев был тут Югославия только с атомными бомбами. Гимн Советского Союза, вы знаете, это что-то было, ну, это что-то было нерушимое. То есть мы понимали, что когда звучит гимн, мы должны встать. И мы понимали, что мы первые. Мы были первыми во всем. Мы были первыми в космосе, мы были первыми в спорте. На наших майках и куртках, да, было написано «СССР». Идеалом это был какой-то европейский стадион. Стою я, играет гимн Советского Союза, и все они встают. Как здорово, что я родился в Советском Союзе. Я верил в то, что коммунистическая идея самая правильная. То есть у нас был нерушимый Советский Союз, и мы как бы были часть вот этого чего-то большого. Порочные проявления начались после 80-го года вообще-то, застой. Народ перестал верить в светлое будущее. Весь народ. Народу обещали светлое будущее к 80-му году. Большинство народа верило. Партия обещала, что мы на Луну полетим, полетели. Партия обещала, распахнем Цивину, распахала. Партия обещала, построим БАМ, построила. А после какого-то года началось расхождение слов и дела. Početkom 80-ih u Sovjetskom savezu nije bilo dobro. Financijski mehanizmi imperija prestali su funkcionirati, a stara moćna komunistička partija nije bila sposobna ponovno ih pokrenuti. Sustav je došao do kraja puta, iscrpljen 40-godišnjim hladnim ratom. Na vlasti 1985. došao novi generalni sekretar Mihail Gorbačov. Suočen s krizom bez presedana, Gorbačov je bio prisiljen pokrenuti širok program reformi koji je nazvao perestrojka i glasnost, rekonstrukcija i javnost. Vjetrovi slobode puhali su imperijem, ali ništa nije moglo spriječiti gospodarski slom. Svakim je danom Sovjetima život bio sve teži i teži. Во второй половине 80-х я почувствовал, что мы резко победнели. Что-то. А потом потом это стало заметно по полкам магазинов. Вот это было совершенно страшное время было, когда ты заходишь в магазин продуктовый,
А там вместо продуктов такой набор сухой кисель. И его так много-много-много, он все полки занимает, потому что там колбасу какую-нибудь купить трудно. Иногда приходилось стоять в магазине и ждать, когда вот на продуктовой тележке вывозили, прям вся телега была, например, кусочки сыра, и вот люди просто вот так вот, как саранча, слетались на эту корзину, и кто сколько возьмет, кто сколько смог. Но для меня это все выглядело, как будто людей превращают в каких-то зверей, потому что они просто должны выжить и что-то съесть. Ну, вообще это страшно. Чем вы больную такую тему затронули, достаточно больную, вот и для меня, я немножко даже, так сказать, когда погрузился там своей памятью. Шахтеры были как элита рабочего класса, это да, это несомненно в Советском Союзе. Для того, чтобы представить, что такое шахта, закройте глаза. И один фонарик. Все. Больше ничего нет. Запах затхлости такой. Воздух же все-таки там другой был. Но ничего. Как-то так привык. Опасность, ощущение адреналина постоянное есть. А когда получил зарплату, электрослесарь третьего разряда, 500 рублей за месяц, при средней заработной плате в Советском Союзе 50 рублей. Да это хорошая работа. Мы специально ездили на работу, и после работы в столовую попитаться, потому что мясо было в столовой. В виде котлет, там, в виде бифштекса. То есть дефицит, к сожалению, был это страшнейший. Социалка тоже была достаточно серьезна, хотя мы все знали, что горкомы получали спецпайки. Но вот ощущение несправедливости определенно, ну а зачем такая система? Зачем вот это? Почему так? И было. Вот такой кулек, вы узнаете, что в нем? Ну, это рабочая пайка, наверное. Два вот таких кусочка хлеба, коржик за 8 копеек и кусочек колбасы вот этот. Да, это примерно на 2 часа примерно работы, интенсивная эта пайка. Шли разговоры, что что-то не то идет, пора менять. Ну что, ну говорят гласность, говорят перестройка, говорят, что все должны равны, говорят, надо говорить правду. Ну, говорят правду, а что толку-то? Ничего же не меняется. Говорят, надо бороться с привилегиями, а привилегии остались, спецпайки же в горкомах остались, остались. Надо что-то менять, но раз они не хотят, значит, нам надо что-то делать. июля, начало массовых шахтерских забастовок в СССР. До этого были забастовки, мы потом уже узнали. Там звено, там бригада осталась, там в Воркуте, в Норильске. У нас она осталась. Но массово она началась в городе Междуреченске, в моем родном, 11 июля 1989 года. Я приезжаю в АБК, а мои коллеги уже, как мы говорим, из дырки, из шахты вышли. Я говорю, что, ранний выход? Они говорят, да вот приезжали ребята с Шевякова. Они там ночью забастовали в третью смену, у них вот требования есть. Вот, сейчас поехали на площадь, пойдем на площадь на митинг.
Мы говорим, ну, раз бригада, и я тоже все, бригада, мы же коллектив. Все, и мы поехали. И вот несколько тысяч шахтеров в робе, в гражданском людей собрались колоннами, так молча идут на площадь центральную, к горкому, где горком. Молча люди так смотрят, не могут понять, это часов в 10 утра. Это было в те времена, это было ненормально. Все были шокированы. Во-первых, власти были шокированы. Ну, милиция была шокирована. Во-первых, там столько милиции не было бы. Спрашивайте, они все трезвые. Они все трезвые. Мы не были противниками советской власти. Это был апофеоз советской власти, апофеоз коммунистической идеологии. Но бюрократия, элита, да, партийная, хозяйственная, не могла это принять. Она, получается, она выродилась. Решили все вопросы решать здесь. И решили это делать с вами. Именно с вами. Вы не хозяин своим собственным словам. До 10 тысяч было. В 100-тысячном городке каждый десятый фактически. Потом, мы потом смотрели, аналогично было после в других, через 2-3 дня в других городах. Она как волной покатилась. Rudarski štrajkovi bili su prvi u dugom nizu političkih prosvjeda, ali sovjetske vlasti nisu zaustavile prosvjednike, prve u SSSR-u. To je poslalo snažnu poruku daleko izvan granica imperija. Dani nasilne represije bili su prošlost. Zato sloboda, ključevoj moment perestrojke. Poruka je dobro primljena. Naime, 9. studenog iste 1989. srušen je Berlinski zid, simbol hladnog rata. Dvije su se Njemačke ujedinile, a sovjetske su postrojbe mirno napustile istočnu Njemačku. Nekoliko mjeseci poslije, brojne sovjetske republike pridružile su se tim kretanjima i proglasile neovisnost. Sovjetski složenac od 15 republika, što su se pružale preko neizmjernog kontinenta, raspadao se. Samo postojanje Sovjetskog saveza bilo je ugroženo. Вот эти все культурные события, связанные с перестройкой, они действительно были началом конца Советского Союза. И это ощущалось в воздухе, такая политизированность. Люди на улицах обсуждали события. Мне казалось, что все меняется, и я был этому безумно рад. Мы разрушили старую систему, а новая еще не заработала. И наш корабль оказался вот без якорей. И его болтает. И всех нас понемножку подташнивает. А там просто как с ума посходили последний год. Все верили в торжество перестройки, там новый тип жизни, новые веяния, новые силы в экономику. Вот теперь вот сейчас заживем. О том, что Союз развалится вскоре, вообще никто не говорил. А у меня была научная убежденность. Ну, то есть, по формулам получалось, что развалится очень скоро. Я как раз прилетел в институт, и было совместное партсобрание вместе с ученым советом. А повестка такая, о роли советской науки вот в связи с перестройкой, новыми веяниями, новыми возможностями. А я встал и начал свое выступление короткое со слов. Задача советской науки в ближайшие годы – выжить. Во время всех революций падает производительность труда,
ломается, связи, все рушится. И первый, кто остается без куска хлеба, это ученые и симфонический оркестр, потому что они никому нахрен не нужны. Понимаете, что планета была в опасности, а не Союз. Ну вот Югославия, сытая, довольная страна с европейской культурой. Взрывали школы и резали друг друга. И использовали все оружие, которое у них было. И танки, и БТР, и минометы. Если бы у них были точка У, они бы точку У использовали. Вот представь Союз. Godine 1991. središnja je sila zadržala samo djelomičan nadzor nad svojim teritorijem. Gorbačov je pregovarao o novom nizu pravila za sovjetske republike, ali tvrdo linijaši u vlasti bojali su se svojih nasljednika. Kako bi spriječili raspad Sovjetskog saveza, pokušali su izvesti puč. Tako su 18. kolovoza zaobišli Gorbačova i zapovjedili da naoružana divizija zauzme položaje na moskovskim ulicama. Ощущение тревоги началось где-то в августе 1991 года во время ГКЧП. Я был дома, была странная обстановка, потому что по телевизору показывали «Лебединое озеро». Это такой был негласный символ, что в стране что-то произошло. Обычно это показывали Лебединое озеро, либо умер генсек, либо что-то такое странное. Над нашей великой родиной нависла смертельная опасность. Начатая по инициативе Михаила Сергеевича Горбачева политика реформ, в силу ряда причин зашла в тупик. В этих условиях у нас нет иного выбора, кроме как принять решительные меры, чтобы остановить сползание страны в катастрофе. Тут вечером вот эта пресс-конференция участников Государственного комитета чрезвычайного происшествия, и становится понятно, что это переворот. Дамы и господа, друзья, товарищи. И вот они сидят, и Янаев по голове, и вот его руки трясущиеся. Я обратил внимание на эти трясущиеся руки у Янаева, вице-президента тогда Советского Союза, они не соображают, что они творят. Страна уже другая, Советский Союз другой. Справиться с теми проблемами, с которыми мы сегодня сталкиваемся. Они говорили, что перестройка была ошибкой, мы возвращаемся к коммунистическому строю, и меня прямо вот ужаса хватило от того, что это происходит. И родители тоже. То есть нам уже назад вообще не хотелось. Поскольку телевидение не дает, радио не дает. Тихо! Я зачитываю гражданам России. Također u kolovozu 1991. Boris Jeljcin, zvijezda u usponu ruske politike, stao je na čelo snaga koje su se protivile puču. Nekoliko mjeseci prije Jeljcin je pobjedio na prvim slobodnim izborima u Rusiji, pa je stoga mogao računati na veliku podršku puka. Moskovsko mnoštvo prkosilo je vojnicima koji su došli u središte opsade. Tri naizgled beskrajna dana bilo je živi štit koji je sprečavao državni udar. Почти никто не осознавал, насколько это опасно. И что все
громадные гражданские войны сотнями, тысячами погибших начинались вот в такие моменты. Вот тогда было страшно. То есть был страх перед неизвестностью, то есть что нас ждет. Но единственное было ощущение, что вот что-то, то есть грядет что-то страшное. На московским улицам просветници се нису хтели вратити на старо. Суочени с тим пучким плимним валом, вожде државног удара нису се либили примјенити силу. Вот магазин с моего пистолета, он пустой. 21. колово за вođe пуча изненада су ухићени. Горбачов је ослобођен, а Јељцин проглашен победником. Након три дана изнимне напетости, државни удар завршен је неуспјехом. У средишту Москве на тргу Лубјанки младеначка гомила срушила екип Феликса Дзержинског, утемељителја советске тајне полиције. Путч, да, попытка контрреволюции или революции, как хотите, это апофеоз. А для меня это апофеоз бессилия власти. И когда это случилось, мы все приехали на работу в кабинете. И какие-то детские мысли там, где оружие, что делать, какое задание у нас. То есть мы ничего не понимали, но мы ждали некого действия. Руководитель наш, полковник, говорит, значит так, оружие сдать. Каждый бутылку с бензином, если начну штурмовать, чтобы секретную документацию сжечь, сидим, ничего не делаем. И я потом начал считать, сколько милиционеров, сколько сотрудников госбезопасности, сколько сотрудников внутренних войск. Войну с Европой можно начать, армия такая. Никто пальцем не пошевелил, всем сказали сидеть. Вот это унизительная вещь была. Притом унизительно не в смысле, что надо кого-то кровь лить, либо кого-то бить, да, а просто, от чего тогда это все стоит, если это в секунду превращается в глупость? Неуспех пуча био је окидач, и једна по једна советске су републике прогласиле неовисност. Советски Савез де факто је престао постојати 25. просинца 1991. Службено је проглашено распуштање Савеза Советских Социалистичких Република. Дорогие соотечественники, сограждане, в силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств, я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Ощущение пустоты в душе было. Вот действительно, вот реальное ощущение, думаю, что дальше? Вот что дальше? Страны, которой мы, шахтеры, предъявляли претензии, экономические, но не собирались разрушать. Кто будет это, вот эти планы, во-первых, вот эти обязательства выполнять, а как дальше жить? Я помню, когда произошел распад Советского Союза, мама тогда лежала, просто пластом лежала. То есть она не понимала, как мы теперь будем жить. Она, помню, она лежала тогда и говорит, мы что, теперь будем жить при капитализме? Потому что мы жили при Советском Союзе, и нам всегда говорили, что капитализм – это плохо. Вы знаете, я даже помню топик, который в 8 классе мы учили. «The contemporary capitalism is the society without future, the society without ideals. This is the cause of spiritual emptiness, moral decay among the people». Nova ruska država naslijedila je sovjetsku ekonomsku katastrofu.
bankrotirala je. Bez konkretnih rješenja za izlazak iz krize, novi predsjednik Boris Jeljcin požurivao je zemlju prema slobodno tržišnom gospodarstvu. Liberalizirao je cijene koje je dotad kontrolirala država. Reforma prozvana šok terapijom stupila je na snagu 1. siječnja 1992. U roku nekoliko mjeseci inflacija je narasla za oko 2500%. Nakon 70 godina sveprisutne i ultrazaštitničke države, zemlja se sunovratila u ultraliberalan sustav. Od tada je postojalo samo jedno pravilo – svatko za sebe. Большая река Колыма на востоке Сибири, которая впадает в Ледовитый океан. Вот поселок Черский, это 130 километров от устья Колымы, недалеко от Ледовитого океана. Десять тысяч жителей, практически все приезжие в поселке и все высококлассные специалисты. Морской порт и большущая автобаза. 50 пароходов приходило, разгружалось летом. А здесь ничего это не пришло. Нет работы у докеров. 20 подъемных кранов ганцев стоят в порту. Не стоят без работы. Не нужны крановщики. Не нужны водители. Поселок остался без работы. 3/4 в итоге уехало. Если до этого в нашем районе было 10 тысяч жителей, то сейчас 2 с копейками. Нам пришла телеграмма из Академии наук, наверное, директор института, с коротким текстом: финансирование прекратилось, все бросайте, возвращайтесь, дорогу оплатим. Вот эту телеграмму я получил, когда мы все успели сделать. Все было готово, и мы перешли в автономное плавание. Первая половина 90-х и вообще 90-е были самые тяжелые для шахтеров. Они были без зарплаты. Женщины иногда в объявлениях 90-х годах писали: познакомились с мужчиной, только не шахтером, потому что шахтер из самой престижной профессии в Советском Союзе превратился в самую, так сказать, непрестижную профессию. Люди вешались. От безысходности. Вот человек не представляет себе, наверное, западный, когда 8 месяцев не получать заработную плату. И на что человеку жить? И вот когда человек за корочку хлеба получает, а было, доходило до такого, да, зарплату не выплачивали, просто давали хлеб там или поел. Он его не ел, он нес семью. Вот там кусок вареной колбасы, кусок хлеба и луковицы, и конфетка, карамелька. Это вычеркнутые годы, это фактически вычеркнутые годы. Ну как вот человек будет вспоминать про вычеркнутые годы
5-10 лет жизни. Вот нету, не было жизни, была мысль о выживании. В августе 91 года, 31 августа, Киргизия получила статус независимости. То есть советские деньги у нас исчезли в то время. Их просто вот, вот они были, и их не стало. То есть те сбережения, которые были у людей в советское время, были на, в Сбербанках, то есть в банке были какие-то сбережения, или просто вот, допустим, дома лежали. То есть они просто превратились в фантики. И люди начали выживать. То есть страна превратилась, наверное, в один большой рынок. То есть это был просто вот рынок. Музыкой я занималась с детства, наверное, это была мечта моего папы. Папа у меня был самоучка-баянист, и ему не удалось получить музыкальное образование, и поэтому его мечту, наверное, воплотила я. В Советском Союзе быть музыкантом было очень престижно. Музыканты были на привилегированном положении, и, ну, у музыкантов была хорошая зарплата. Это тоже был немаловажный фактор. Наша Родина сильна, охраняет мир она, охраняет мир она. Есть у нас артисты, есть у нас родители. Основная работа у меня была в детском саду. Я очень люблю детей, я люблю маленьких детей. У меня никогда не возникало мысли поменять профессию. Я как-то себя даже не представляла в какой-то другой сфере. Это ж папа его играл всегда. Но я 100 лет не брала инструмент в руки. Цены стали настолько расти, что наша зарплата просто-напросто не успевала за этими ценами. Был момент, когда я получила зарплату, и мы с дочерью пошли в магазин. И я поняла, что на эту зарплату я просто не могу купить ей кроссовки. Дочери понравились тогда кроссовки, я просто не смогла ей их купить. Было такое жуткое ощущение, что ну, как дальше можно жить, если ты просто-напросто не можешь какие-то вещи даже себе позволить. И я поняла, что я уволюсь с работы. Когда я сказала о своем решении родителям, моя мама пришла, она даже не зашла в квартиру, не поднялась в квартиру. Сидя на лавочке возле подъезда, она мне в тот момент сказала, что если ты уволишься с работы, отец откажется от тебя, как от дочери. Он ничего не сказал. Он просто на меня посмотрел. Ну как так-то?
Если я работала, ну, как бы я воплотила его мечту, я стала музыкантом, и здесь вдруг я принимаю решение уволиться с работы и пойти на рынок. Рынок, потому что это единственное место, где можно было в то время заработать деньги. Все, только рынок. То есть это было время купи-продай. Все, другого не было. Было очень тяжело. То есть было морально очень тяжело, потому что меня в то время осуждали. Меня осуждали мои сотрудники. Я в тот момент была спекулянткой. Но это было клеймо. Это сейчас все просто, сейчас легко. То есть люди не понимают, что такое советское, ну, советское воспитание, допустим, советские педагоги, статус советского педагога. Я закончила музыкальное училище, я закончила консерваторию с красным дипломом, и я становлюсь спекулянткой. Но это было тяжко. Нам просто тогда показали, кто мы есть. Сняли занавес, и мы увидели себя. Образин. Я была сама в этой мяше рынков, пьянок, челночных этих, челноковских, как правильно их там называть, сумок, да, когда со мной рядом на рынке стоит педагог или хирург, и я с ними тут, да, юная, которая еще вообще ничего не понимает об этом мире. Но меня ужасало, что со мной на рынке стоят хирурги и педагоги. Я считала, что это интеллигенция, она не может стоять на рынке. Мне можно было, я считала. Тем более, что у меня не было образования еще. И еще ребенок на руках, муж в тюрьме, да? Я считала, что у меня норм, а у них не норм случился. И я им задавала эти вопросы, и мы на рынке с ними, греясь коньячком, чем-нибудь там еще, мороз, да, и вот мы трепимся, да? Я очень много от них узнала. Они говорят, а куда? У нас все развалилось. Потом к нам подошли люди зыковатого типа, да, внешности, с золотыми зубами, такие блатные. И нам сказали, вот вы либо сейчас... А, перевернули нам бачки, и все, началась какая-то вдруг вот такая агрессивная война. Вы либо сейчас едете с нами, либо вы отдаете деньги. Деньги нам не хотелось отдавать, и ехать тоже не хотелось. Я их одного отвела в сторону и сказала, воспользовалась тем, что у меня муж сидит. Мне пришлось прямо выкручиваться на ходу, объяснять ему, где он сидит, кто он такой, что за меня впрягутся. Вот это называется, нужно было по фене ботать, да, быстро очень ориентироваться, что перед тобой блатные, и защитить тебя, соответственно, могут другие блатные. Slom sovjetske države doveo je do neviđenog vala kriminala. U samo nekoliko godina utrostručio se broj teških zločina. Nova društvena skupina probijala se na pozornicu. Mladi Skorojevići obrijanih glava i čeličnih očiju upoznati kao bratva. Braća. Što znači bratva? Predstavite sebi, vi sedite tam u 90-93. Godinu u restoranu. Prijehali u Peterburg. Sve klasno, vas nikto ne bije. U vas veselo nastrojenje. И вдруг заходит там 5-6 человек. Они все выше 1,90 м. Они все за 100 килограммов. Они все с рубленными ранами. Они все огромно одеты. И вы говорите мне, кто это? Я говорю, слон, буйвол, бык, викинг, Марадонна. Власти и правоохранительных органов нет. Каждый предоставлен самому себе. Этот вакуум начал заполняться или тем криминалом, который был,
который быстро начал свою сторону брать, молодняк, без, оставшийся без работы, спортсменов, которых раньше числились ставка, а сейчас их они не нужны были. А куда он здоровый Бина? Или боксер, куда он пойдет? Туда пойдет. И они начали обкладывать свои данью, поборами всех, начиная с мелких бизнесменов. И этого мало им оказалось, аппетиты выше. Они начали с заводов, с магазинов. Государство не работает. К ним начинают поступать заказы. Помоги. И первые функции очень простые. Боксеры приходят к человеку и говорят, ты должен денег? Должен. Сам отдашь или через боль? Да, это очень быстро. Скорость эффективна. Методы, мягко говоря, людоедские, но это правила игры. И это не вакханалия, это просто на место власти, в данном случае временно, стала другая власть. И спортсмены становятся налоговой, как бы они собирают налоги. Они становятся арбитражом. Ты прав, а ты не прав. Ты отдай ему, да? Поток был такой, обращение бизнеса был такой, что называется уже не про деньги. Толпой шли люди. Реши, помоги, заплачу. То, все, пятое, десятое, да? А что для этого? Ну, любое предприятие, у которого такой поток клиентов, что мы делаем? Мы расширяемся, да? Мы набираем новые рабочие места и так далее, и так далее. Но мастеров спорта не хватит столько. А раз мы набираем новых, мы набираем с улицы. Это уголовников, какое-то рванье какое-то, да? И у нас мастера спорта превращаются в офицеров, а это солдатня. И вот тут все началось. Все. Город на разграбление. Невозможно было ночью ходить. Могли набить морду и просто отобрать последние вещи. Беспредел в городах. Милиции нет. Милиция, дай бог, самой себя защитить. Защиты государственной нет. На самом деле насилия было очень много. Насиловали, выдергивали девочек уже повзрослее, кто идет там симпатичная, в машины, увозили в непонятном направлении, а потом выбрасывали где-то. Конечно, нам убегать приходилось. И еще как. И моей маме даже доставалось. Она переползала тоже через какие-то высокие заборы, говорит, ух, я попала, говорит, могла так попасть. Мы все знали, что будут насиловать. Нам сразу говорили, даже если вы попадете под изнасилование, никто не будет заниматься в милиции, тогда это милиция, да, называлась, заниматься вами. Девочка сама виновата. У меня Наташа моя, она говорит, я до сих пор с дрожью внутри вспоминаю 90-е. Вот. Это ужасно было. Люди отмороженные вообще напрочь были. Вообще отморозка полная. Убить человека из-за шоколадок – это было норм. Вот свобода, которую дали, ее никто не знал, как пользоваться. Все, что мы могли, это красть или барыжить, да, или убивать. С определенного момента убивать стало легко и просто. Стоит машина, посмотрела, да? Один человек отдыхает, второй на заднем сиденье стоит. Подъехал, не хлопаешь дверью, аккуратно идешь, убыстрил шаги,
3-4 в спину, один в затылок. Но это же так не бывает. Это же не роботы, это не кино, это же люди. Эти люди каждый день живут такой жизнью. И внешне никто не показывает. Ну, это же не принято, да? Не принято. Люди приходили, их рвало. И люди сидят, а человек рвет. Ну, все молчат. Его рвет на самом деле не потому, что он выпил. Ему со страха после вот этой истории, да, так сказать, и так далее, и так далее. И становится совсем страшно. Еще страшнее. Потом еще страшно. У советских претарианцев выросли рога, копыта и хвост. Девяносто первый, 99-й. Ну, 1006 друг дружку положили. 6000 человек. Это процентов 90. На войне, так, я ни в коем случае не сравниваю, нельзя, да, сравнивать одно со страданиями войны людей, но, вот, но на войне таких потерь нет. Друг дружку. Это просто демоническая история. На Смоленском кладбище в Петербурге стоит такая хорошая могила. И там написан лик, написано Сергей такой-то. Его застрелили в середине 90-х. Вот этот человек, он неплохой, нехороший. Но там-то, он с 5 метров выстрелил из автомата мне в спину и не попал. Я так философски к этому отношусь. Ну вот так. У меня нету к нему обиды. Просто я говорю, Сергей, вот жизнь она такая. Godine 1999. bolestan i iscrpljen Boris Jeljcin predao je vlast nepoznatom pukovniku iz Federalne službe sigurnosti Vladimiru Putinu. Postupno će država ponovno preuzeti moć od kriminalnih bandi. Ali brutalne metode koje često primjenjuje tajna policija bile su podsjetnik na 90. Nova će vlast postupno smanjiti slobode, dok će prizivati sablast tih mračnih godina. Danas je nasljeđe toga desetljeća još kontroverzno unutar ruskog društva. Я считаю, что вообще, в принципе, 90-е, это был хаос, это был полезный в итоге, что ли, хаос. Если бы мы остались в коммунистическом строе, ничем хорошим бы это не закончилось. То есть, ну, когда-то стране нужно было бы пережить вот такой хаос. Я не могу его назвать потерянным, хотя это безвременье страшное, голодное и опасное. Ну, конечно, оно меня сформировало. Оно меня сформировало в свободного человека. Познать дно страны, увидеть его, познать свое дно и принять решение выбрать второй путь. Путь честного человека. Все равно эти смутные времена, те, которые пережили, все равно, если человек будет четко различать добро и зло, все равно они неизбежно закончатся. Твой вопрос, что ты мог сказать вот там, цивилизации, дай совет цивилизации. Этой цивилизации уже давать совет просто.
Ну, задай этот вопрос третьему помощнику капитана Титаника. И послушай, что он тебе ответит. Когда пробоина уже есть, оркестр еще играет, еще палуба не наклонилась. Нельзя дать советы всем. Когда пассажиров 1500, а шлюпочных мест 600. Суп остывает. Чтобы выжить, надо вовремя обедать.